Привитус Амигос, некоторые в комментах пишут, чтобы показал крафт в этой игре, показал, как прокачивать пушки, как вообще все это происходит. Я давно уже говорил, что специально отдельно выделенную серию под это отведу, под именно под крафт, то есть всякого барахла, под апгрейды. Я думаю, что настала пора сделать именно такую серию, именно посвятить серию чисто. Блять, ну именно в это время надо мне названивать, конечно. Все, вернемся к крафту. Так, значит, ну, я уже говорил, да, что вся вот эта окружающая лабудень разбирается на запчасти. Главное не тыкнуть куда не надо и не разобрать, например, на составляющую станцию обслуживания брони. Саму броню, как, к сожалению, Варвару, на части не разобрать. Было прикольно разобрать ее на органы в режиме крафта. Женщина, ты как свой мандат стегнешь сюда? Ладно. В общем, так что сразу все это лишнее барахло можно удалить из своего жилища. Я все сейчас начну делать в Red Rocket, потому что в Red Rocket, допустим, заниматься крафтами всякой приблуды для прохождения, будь то броня и оружие, очень удобно, потому что здесь все станки рядом стоят, как на уроках труда, блять, в школе, где все кучненько где-то расставлено вдоль стены, там верстачки, хреначки, ходишь только там, то линейку делаешь, то указочку там. Вот, значит, что-то Варвара там пытается просверлить себе. Ты чего? Она себе пистолет пытается сделать. Отлично. Ей, видимо, мало того оружия, которое она с пола подбирает. Этот объект уже кто-то использует. Сейчас этот кто-то пойдет отсюда нахрен. Потому что, как только я подошел, у меня свернулось окно. Windows написал, что у меня мало чего-то там ресурсов каких-то. Я не знаю, если 16 гигов оперативы для этой игры мало, то, блядь, я даже хрен его знает. Так, предметы, значит, улучшить. Что я хотел улучшить? Значит, во-первых, надо попробовать улучшить коллиматорный калиброванный усиленный карабин, потому что у него очень нехреновый дамаг. Облегченный ствол. Что он даст? Быстро съемный магазин. Это скорость перезарядка. Открытый прицел. Штык уже стоит. Усиленный ресивер, допустим. Меньше вес, меньше урон. Но я не знаю, есть ли такой человек в этой игре, который производит апгрейды оружия в сторону ухудшения дамага, но и уменьшения веса. Больше вес, больше урон, что логично. На 4 единицы, но это не то, что хотелось бы. Повышенная скорострельность. Вот это хорошая тема. Масло зачем-то надо заливать. Клей, масло, болт. Вот с болтами вообще жесть. С болтами. Увеличение урона от критических выстрелов. Повышение, так, укрепленное увеличение урона. О, нифига. 55. 66. А так у меня сколько? А, так уже у него стоит калиброванный усиленный ресивер. Надо, видимо, обязательно смотреть, что уже стоит. Облегченный ствол уже стоит. При стрельбе от бедра. Повышение дальности, точность стрельбы, уменьшение отдачи, низкая точность при стрельбе от бедра. Но и от бедра, ёб твою мать, от бедра практически не стреляю, тем более глупо стрелять от бедра из карабина. Превосходная дальность, точность прицельной стрельбы, уменьшенная отдача, низкая точность при стрельбе от бедра. Штатный. Здесь типа не штатный. Повышенная точность. Но здесь не написано, что ухудшает точность при стрельбе от из режима прицела. Укороченная ложа. Полная ложа. О. Это не полная ложа, это полная лажа. Ослаблена отдача штатная. Ну, отдача, слушайте, какая разница отдача, если у него скорострельность 3 выстрела, блядь, в минуту. Быстросъемный магазин уже стоит. Хорошо, ладно, понятно, что пушка в апгрейде не нуждается. Оружие прям господа. Тогда давайте попробуем вот это. Пулемет Максим. Переносная версия, как кто-то написал. Яростный силовой кастет. Кстати, можно кастет? Пробивающий уже есть. Хорошо. Штурмовой карабин. У него, о, ресиверов не стоит, отлично. Значит, ну, все то же самое. Больше вес, больше урон. Ебай, вес 19, ёб твою мать. А так сколько? Пятнарик. Вот этот ствол имеет смысл, кстати, облегчить на 4 единички. Калиброванный, увеличение урона от критических. Увеличение урона, укрепленный. Причем, смотрите, укрепленный он не нагружает настолько, а дает дамага куда больше. Надо
болты, все мои болты отдать на это, клей, масло. Точно у меня ничего не стоит здесь? О, ёпа. Да, ну тут оружейника прокачивать и прокачивать. Смотрите, справа фанатик оружия, посмотрите на его лицо. Прям как я, когда первый раз голую девку увидел. Укрепленный ресивер, хорошо. Ну, буду исходить из возможностей, да, что можно сделать, то надо делать. Enter. Длинный ствол. Уже стоит длинный ствол, а короткий вот такой был бы. Вот пулемет Максим, переносная версия, полированный ствол. Превосходная дальность, точность стрельбы, уменьшенная отдача, низкая точность стрельбы от бедра. Ну, не знаю, по-моему, нормально от бедра. Полная ложа. Ну все, и болтов теперь больше на крафт не хватает, естественно. Потому что вот надо не клей в этой игре собирать, а болты. Из чего болты собираются, кроме как из наручников, я не понял. Ну то есть апгрейдить и апгрейдить эту пушку еще, она еще себя покажет. Как я понимаю. Кстати, кориолятор можно куда-нибудь выложить. Но это все понятно, это все уже видели, я уже показывал апгрейд оружия, значит, подождите. А, предмет. Оружие. Значит, теперь, думаю, пора добраться до силовой брони. Посмотреть, что с ним можно сделать. Голова модификаций. Налобный фонарь. Синий налобный фонарь. Яркий налобный фонарь. Но здесь нужна наука, да, чтобы крафтить эту хренотень. Науки у меня нету. Это, видимо, чтобы крафтить только силовую броню. Я могу покрасить. На это мне понадобится алюминий зачем-то. Свинцовая обшивка. Повышение сопротивляемости радиации. Вау. Утепленная обшивка. О, можно, смотрите, в штурмовика вампирского покраситься. В белую сделать. Сопротивляемость энергии. Вот это, кстати, тема. Где корпус? Чисто за цвет. Стелс-бой. Сборка ядра. Да, но наука, короче, нужна чисто, чтобы апгрейдить вот эту силовую модель. Силовую броню. Повышает сопротивление урона. А с виду ничего не меняется, странно. Ну, давай модель Б, хрен с ним. Вот, как бы, и сидишь тут, прокачал науку, сидишь, накрашиваешь эту броню, армейская. Повышает урон при... Повышает силу при покраске всех элементов брони в один цвет. Харизму. Пипец. Давай харизму. Не знаю, все в одну надо покрасить, в один цвет или просто в любой. Здесь давай. Вот это. Так, а как ногу-то? А, вот нога. Модель Б почему-то нельзя выбрать. А, все, алюминий кончился, приехали. Отлично, алюминий. Надо банки, что ли, собирать какие-то, блядь, алюминиевые. Как задолбало это. Симулятор барахой. О, отлично, броня, ёпта, клоуна. Комплект клоуна собран, можно идти в атаку. Хорошо, что я не играю от третьего лица, потому что, блядь, на это даже смотреть было бы стыдно. С видом из глаз, слава богу, это все не видно будет. Так, у меня, кажется, есть подозрение, где можно надыбать немножко алюминия. Вот, например, ты. Сталь, резина, предохранитель, ёб твою мать. Алюминия нет, забор не разобрать. Машина немножко жопой заехала на мою территорию. Будешь разобрана. Сталь. Везде сталь, никакого алюминия. Не знаю, где... Из чего можно... Да, правильно, алюминий только из нормального хлама можно... Добывать из того, что... Добудешь где-нибудь там, в путешествиях. Не на территории... Своего... контроля, блядь. Понятно, короче. Теперь предлагаю пойти к Минитменам и заняться крафтом, который все нахваливают. Построить поселок, отстроить. О, вот
кто там, не помню. Короче, были люди, которые и в комментах писали, были видеоблогеры, которые нахваливали этот крафт, говорили, что ой, боялись, будет неинтересно, а поиграли там, или там потратил 10 часов на строительство, блядь, не жалею, очень круто сделано все. Вот, значит, что тут у меня в поселке? Ну, я уже посеял тут пшеницу, арбузы всякие. Да, это выглядит как полная, как полный бред. Пищи по-прежнему не хватает, потому что мне не хватает людей, которые будут этим всем заниматься. Ты, хватит, сука, колотить это говно. Иди собирай урожай. Стеллаж с инструментами. Если его разберу, получу дерево. Отвертку себе разберу. О, шестеренки. Лучше, конечно, болты. Шкафчик. Болты в шкафчик не входят, да? Верстак для создания брони. Ну, тут тоже все, в общем-то, кучно. Вот, проблема в том, что у меня постоянно здесь не хватает людей. Я не вошел в группировку минитменов, поэтому люди... как бы людей я сюда не могу приводить, как я понял, да? Или я хрен узнает, почему они, сука, сюда не приходят. Твари поганые. Работать на плантациях, приносить пользу человечеству. Но это не суть, потому что развивать поселок я все-таки не буду. Я просто покажу сейчас, какой есть крафт предусмотрен для этой игры. Вот у меня уже стоит здесь водоочистная установка, чтобы было что пить. Она подключена к генератору проводочком. Здесь же стоит турель, чтобы какая-нибудь, если рыба подплывет и захочет обосрать мой водный насос, ее, блядь, турель расстреляет тут же. Вот. Вот, можно дерево разобрать на дерево, правда круто. Вот, целыми домами я тут по первости сносил целые дома. Вот подходишь вот так, херакс, и все, и нету домика. О, будка собачья, интересно, собачья будка есть, а собаки нету, зачем она здесь? Можно разобрать на бетон, но хрен с ним. В смысле, на деревья разобрать, но дерево это не то, что мне надо, потому что деревья у меня есть. Здесь, значит, у меня что стоит? Прожектор, я не знаю, на какой хрен он нужен. А, он светит на помидоры мне, что помидоры росли. Водяная колонка производит еще 3 воды. Ну, вдруг сушняк нападет. И еще вот эта тема, короче. Сейчас, значит, что хочу попробовать? Хочу попробовать построить, например, дом. Дома я еще здесь не строил. Так, структура, металл. Да, металл. Жирно срать будете с металла. Значит, начинаем. Я так понимаю, модульные дома. Панельный дом. О, модульные дома. Как его повертеть? Ага, вот он вертится, смотрите. Вот, допустим, стеночку сюда. Очень неудобно что-то строить с этим видом. Просто полное говно. А есть где две стены? Да, так они отличаются. Вот. Ни хрена не вижу, где я его строю. На фундаменте или нет. Поэтому возможно, что дом немножко не попадет. А, это даже три стены. О, какой классный. Может, блядь, палатку им построю. О! Фэншуй. Это дом с вентиляцией. А это дом деревенского староста. А это готовая изба. Вот готовый дом. Прям можно впаять. Но это, конечно же, не наш метод. Полное говно. Как стенки-то в домах поправить, ёпты? Ладно, сейчас я пока построю дом 2 и свою любовь тут. Вот, я хочу вот это, например, сука, создать. Естественно, мышкой крутить, вертеть это все, блядь, просто неудобно, поэтому все будет криво. Вот, теперь еще один модульный дом. Блядь. Создали, да, теперь... вот здесь стенку, ну тут у нас с окном стенка будет, я надеюсь. Вот здесь. Вот здесь. Я не знаю, как строить двухэтажные дома. Вот, все. Так, теперь полы. Конечно, очень важно, чтобы были полы из деревянных поддонов. Чтобы было, блядь, тепло, наверное. Я хрен его знает, зачем мне полы. А, уровень повышен. Смотрите, как можно, оказывается, прокачиваться-то, а? Просто заходишь, открываешь крафт, начинаешь крафтить все подряд. Ну, разбираешь, естественно, весь город на деревяшки. После этого у тебя доступен крафт.
Вот, начинаешь лепить горбатого к стене, что называется, строить все подряд, потому что, ну, насрать, как это будет выглядеть, не тебе тут жить, слава богу. И получаешь за это левелы. Так, где наука? Наука, наука, харизма, ловкость. А, наука создания брони, что ли? Кузнец, куй железо, получив доступ к базовому первого уровня модификации оружия ближнего боя. Вот, спасибо. Хакер. Да, сракер, ёптать. Фанатик оружия второго уровня. Очень круто. Наука, наука бронедела, я не вижу. Наука, использует преимущество передовой технологии, получив доступ к базовым первым... Ага, интеллект 6 надо, отлично. Качаем интеллект, где ты? А у меня сколько? У меня есть интеллект 6, что за дела? Пара-пара-пам, наука. Круто. Так. А, крафт по-любому, да, с видом из глаз только доступен. Так, значит, переходим к созданию двери. Надо поставить дверь, конечно, как думаю. Без дверей. Так, здесь никак, да? Я что-то не врубаюсь, как ее ставить. Наверное, петли нужны какие-то. Дерево, сталь, все есть. Хоть просто дверь поставь, чтобы пришедшим людям было куда стучаться. Ладно, дверь оставим на потом, потому что вообще нихуя не понимаю. Пол. Дерево, стены. О, стена. Вот, наверное. Сейчас мы найдем стену, которая подойдет по размеру. Вот, стена. А стена с дверным проемом есть? Это точно стена? Это что, блядь, за... Вот, стена с дверью. По ширине не подходит чуть-чуть. Так что будет зимой дуть немножко, походу. Ну, кого это ебет? Вот. Все-таки я смог это сделать. Так, теперь нужна стена с окном. Это вам не Майнкрафт. Тут, блядь, все серьезно. Это что такое? Не знаю. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Ладно, с окном, видимо, нету. С окном мы потом разберемся. Что за фигня? Почему не поставить? Сюда так можно. Надо, наверное, снаружи. Умер во мне узбек-строитель. Вот почему-то сюда, вот смотрите, она... А, во. Блять, такое бунгало я и... Я такое в Форест, когда играл, построил. Правда, там очень долго все это делалось, тут побыстрее. Надо еще что-то с крышей придумать, потому что крыши у меня нет. Так, теперь можно вернуться к двери, да, и поставить дверь. Это же охереть. Блять! Не туда нажал, бывает. Какая тут была-то, блять? Вот это. Но, сука, слава богу. Так, дверь. В доме нужна дверь. Потолка нет, но дверь должна быть. Какая вам больше нравится? Белая, да? Нет, красная. Обшарпанная красная дверь. Отлично вообще. Я запер себя. Теперь нам надо как-то найти здесь, блядь, окно. Нет, блядь, не трогай ничего нахуй. Мебель, украшения. О, украшения, смотрите, можно. Ковер можно. Флаг Америки, естественно, надо украсить дом, потому что... Вот. Флаг Америки. И кресло, чтобы на него сидеть и любоваться 2 часа в день. Почему-то у меня нету кресла. Есть только стулья и кровати. А, вот стулья. О, можно даже несколько поставить, чтобы друзей пригласить. Пойдем на флаг, посмотрим у меня дома. Все такие, да, отличная идея. Смотреть на флаг. Нет, это галимое, вот такое надо. Чтобы девочки приходили на классных диванах посидеть.
Нет, это, конечно, будет нихуя не по фэншую. Надо к стене поставить, чтобы сидеть затылком к флагу. Чтобы на фоне флага все фоткаться приходили на этом диване. По-моему, отлично вообще. Довоенные деньги почему-то понадобились, чтобы поставить диван, блядь, сделанный своими руками. Ты обирал его какой-то. О, столы. Че, бильярд может поставить, что ли? Вообще, бля, вообще от бога сейчас. Такой домино сделаю, вообще. Бильярд. Надо же, конечно, поселенцам-то где-то отдыхать. Это будет бильярдная. Я только сейчас придумал назначение этого дома. Ну а что еще может быть за дом без окон? Ёптать, конечно, бильярдная. Так, разобрать, сохранить, выбрать. А, питание. Генераторы, кассы какие-то, блядь. О, освещение. Ну, само собой, лампочку я вам повешу, так и быть. Блядь. В принципе, это бильярдная под открытым небом. Поэтому я как бы... О, дискотеку можно. Проблесковый маньяк. Маяк какой-то, блядь, что за... Может, картину вместо окна повесить? Я просто не вижу, где здесь... А, во, крыши можно смотреть. Наконец-то крыша нашлась. Блять. Через такую крышу, правда, дожди будут херачить. Но я считаю, что это лучше, чем ничего. Соломенная, бля, вообще. Как будто шрапнель попала. О, уточки. Ладно, хватит жировать, надо обычный ставить, а то не хватит материала. Ну давай, только что же нормально. О. О. А это что за форточка? Да, надо убрать эту крышу, она не по фэншую. Вот. Все, теперь переходим к... Что я там хотел? А, освещение, да, на лампочку ж повесить. Какие тут есть варианты? Вариантов масса. Лампочка Ильича. О! Ништяк вообще. Ну, в остальном месте пусть темно будет. Это же бильярдная, ёпта, не хрен собачий. Так, что еще надо для бильярдной? Украшения. Разная, ебать. Красота какая, холодильник поставить с молоком в бильярдную. О, сигаретная. Сигаретная борода, это вообще. Бильярдная, это нервная игра, надо курить, бросать пепел, ронять пепел на сукно, собственно. Я этим только и занимался в бильярдной. Что это еще? Баскетбольное кольцо в бильярдной. Ой, детское вообще, блядь. Ну и хабари куда бросать, конечно. Урна рядом с папиросной. Поближе-то нельзя. О. Ну и рядом с диваном, конечно же. Что тут? Так, еще собачья будка в бильярдной. О, мюзика. Мы будем слушать мюзика. Такое радио. Два одинаковых абсолютно радио. Diamond City классики. Цветок. Уродский цветок. Еще уродский. О, не, ну цветы в бильярдной вообще не надо. Музыкальный автомат. Медь. Два. Где я медь-то возьму? И необходимо еще два электричества как-то сюда провести. А для лампочки нужно было электричество или нет? Урна для мусора в виде торпеды. Так, понятно. Радио, значит, придется какой-нибудь попроще. О, ковер. Ковер, конечно, ковер нет. Вот, чтобы, сука, на входе ноги свои, блядь, грязные. Колхозники вытирали, блядь. Так, столы. Мне нужны столы. Чтобы радио поставить на стол. Блядь. Просто не знаю, как делать окна, поэтому это, возможно, была бы не бильярдная. Полка. О, да, точно, полка. Блять, а что, не книжная есть? Шары куда ставить? Кии куда вешать? Это что за хуйня какая-то? Вот, конечно же, полочка должна быть. Полочка. Сейчас мы вот здесь полочку въебем. Блять. Сюда и пониже. И еще пониже. Вдруг втроем кто... Нет, подожди, вот это криво. Так кого ебет.
Так, и теперь нормальный стол нужен еще. Полки. Полки, понятно. Столы. Но это нахуй не для бильярдной, вы чё? Чё-нибудь такое? О! Да, отлично. Стильно. Вообще. Мощь. Украшения. Так, где я там радио увидел? Радио Diamond City, конечно. Вообще красота. Ёпты, во мне архитектор спит. Дерево. Ну какое дерево без света, блядь, тут вырастет, ёптать. Голова кротокрысы, украшения на стены, картины, вывески. Блять, no smoking, я знаю, где это должно быть. Вот здесь. Так, что тут еще? Так, пламбик. А, нет. Мне нужна какая-нибудь картина. Пошлая обязательно с какими-нибудь бабами. Ну, явно не котята, не лоси. Это что за... Какая-то багнутая картина. Нихуя себе. Это просто кисти Левитана что-то, походу. Чё все такое здоровое-то? Ладно, пусть будет маяк. Так, картины какие-то не очень интересные тут, конечно. Так, что еще, блядь, должно быть здесь, а? Украшение разное. Автомат с ядерколой. Я почему-то не... Автомат с ядерколой, видимо, сюда нельзя поставить. Он по высоте не вмещается. Хорошо. Украшение, свет есть. Оборона. Поставить сюда пулемет, что ли? Магазины, торговцы. Какие-то торговцы. Создание предметов. А, верстаки. А-а-а. Ну нахрен все не надо, конечно же. Мебель. Так, надо что еще-то? Стулья какие-нибудь, да? Ну, конечно, фанатские кресла же. Вот. Скамеечка, ну это нахер не надо. А это что такое? Стул? Вы уверены? О, какая вообще моднейшее кресло просто. Вообще от бога. День тоже здесь. Вот. Это шедевр. Ну, все, в общем-то. Как тут сохранить? Нет, как выйти-то из крафта? Пытаюсь вид сменить. Во. Света почему-то нету здесь. Не знаю, как его тут включить. Чё за бред? Кто сделал вообще, блядь, чтобы крафт, сука, и вид менялся на одну кнопку? Необходимо. Ага. А как свет-то сюда подвести? Придется генератор, видимо, внутри поставить. Чтобы он чадил там всем. Чтобы дышать нечем было. Питание, генератор. А! Питание, соединительный переключатель можно поставить. Или что? Что это такое? Медь, 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 медь. Меди нету. Медь, медь, медь. Так, ну значит, пока что бильярдная будет работать только днем с открытой дверью, потому что я не знаю, как сюда свет провести. Чего-то не хватает. Пожалуй, я знаю, чего не хватает.
На дверь нельзя, сюда повешу. Ладно, в принципе, как сортир пусть будет, а то что там без баб в бильярдный-то делать. В общем, вот такая вот, бля, бредятина. Я не знаю, кому нахрен интересно заниматься этим бредом. Кому надо строить какие-то дома тут, блядь. Вот просто нахрен это надо, я не знаю, для чего. Чтобы ваши сраные поселенцы тут где-то жили. Кому это интересно, я не знаю. Можно сразу вон дом здоровый. Двухэтажный поставить из каких-то, блядь, опилок. И не париться. Крыльцо, правда, с другой стороны вот так, что ли, поставить? Ладно. Пусть будет, типа, у него тут такой этот... Варианты под фасад. А, подождите. Можно еще в металле дом посмотреть большой. Нет? О! Ну это вообще, конечно. Дом мэра. два опыта, правда, за это всего дали. Ну, такая вот бредятина, короче говоря. Ничего такого особо интересного здесь нету. Зачем этим всем говном заниматься, тоже непонятно. Почему мой прожектор не светит, я тоже ни хрена не понимаю. Я же его вот как раз подключил, а он все равно не светит. Освещение. Где уличные фонари-то можно хоть ставить, нет? Диско-шар, блядь, какой-то лампа. Хакер. Это что такое? Доступ к дополнительным функциям подключения объектов. Опора лэп. Если я подключу какой-нибудь фонарь, вот тот, допустим, который уже здесь стоял, гнутый, я смогу? А, у меня меди нету. Пиздец. Ну, понятно, а где медь брать, я вообще не чаю в этой игре. Почему-то моя это говно не светит, ничего не светит. Вот такой, короче, бред. Я не знаю, кому интересен этот крафт. Кому и чем. Станцию сейчас не используют, потому что, естественно, потому что здесь... Иди еду собирай, старая ведьма. Вот здесь же нет моей брони. В принципе, здесь тоже станки очень кучно стоят и очень классные. Просто не хочу тут лишний раз бывать даже. Оружейный верстак. Ну что, я прокачал. Гамма-пушка, кстати, можно, смотрите-ка. Стандартная антенна, большая антенна. Вообще у меня ничего нет. То есть я пол игры собираю всякий хлам и все равно ничего не могу скрафтить. Вот круто. Креолятор. Да в жопу, блядь. Где для него патроны брать, я до сих пор не понял. Во, что надо модифицировать. Улучшенный ствол. Здесь уже стоит улучшенный ствол. То есть я предпочитаю найти уже пушку готовую, собранную, и ничего... Не, блядь, не прокачивать эти оружейники, ничего не крафтить, ничего не делать. Потому что в этой игре самое лучшее оружие, как я понимаю, падает с легендарных мобов. Уже со всякими свойствами, уже прокачанное. Он, блядь, дом даже криво поставил. Как узбеки строили, сука, мимо фундамента. Бутылку с бухлом и кости кому-нибудь сломать. Угу. Вот, а вы спрашиваете, зачем я собираю всякий хлам? Так зачем, зачем? Крафтить, конечно, что так, блядь, дух захватывает, как это интересно. Ой, бля. В общем, вот такая будет мини-серия по крафту. Вот. Так что на этом конец. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите, а я пойду нормальную запишу боевую, где буду в очередной раз ходить и на тупую убивать всяких ботов. Адьё.